Где я нахожусь? Может, нельзя, брат? На эту сумму мы с тобой не договаривались. Нет. Нет, не спасет. Я тебе сдала товар, скажи мне? Сдала. Чего ты сейчас мне тут возражаешь тогда? Слушай, если ты так будешь делать... Кто эта женщина? Не прикасайся ко мне. Фериде, успокойся. Где я? Что происходит? Клюс, ты меня уже совсем за дуру держишь. Я тебя насильно, что ли, отправил к ней, а, друг мой? Это Селим сделал. Нет, 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 мы с тобой не договоримся. Давай, удачи тебе, братец. А потом по телефону пришло СМС. Кто-то спрашивал про меня. Я так ему позвонила. Но ответил Осман Козан. Он все сделал, чтобы помешать нашей свадьбе с Джинейтом. Смотри, смотри, вот доказательства. Все ему деньги вот отсюда отправили. Где я нахожусь? Что происходит? Сестра, заблудилась? Хочешь, я тебя подброшу, куда тебе нужно? Нет. Сестра, давай к нам, мы подвезем. Да я не хочу. Холод даже будет, садись. Ну и ладно. Черт подери. Как ты могла ее потерять, а? Даже 5 груши не получишь, слышишь? Да хватит уже кричать. Ты не должна была от нее отходить на шаг. Говорю же, она была без сознания. Стой, стой, стой. Остановись здесь. Иди забери ее скорей. Почему ты сбежала из дома, дорогая? Ты посмотри на себя. Вставай. Вставай давай. Давай, пойдем, пойдем. Пустите меня, я не хочу. Эх, дорогая. Эх, ребеночек.